В 2016 году Меган Фокс приобрела дом в Малибу, который требовал значительного ремонта, но вот риэлтор умолчала об этом. В суде звезда потребовала выплатить ей компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Меган Фокс ужаснулась тому, какой дом она приобрела, оказалось, что он разительно отличается от тех проспектов, которые ей предоставили продавцы недвижимости. Теперь же знаменитость пытается не только вернуть свои деньги через суд, но и судится со своим юристом, который допустил такое приобретение. Напомним, что на момент покупки дома Фокс была беременна и планировала, что жилье станет раем для всей ее семьи. Перед судьей знаменитость заявила, что на самом деле дом оказался адом, ведь недоработок в нем было очень много. А виновными она считает продавца, брокеров по недвижимости, юристов, геологов, оценщиков прав собственности и оценщика недвижимости, не поставивших ее в известность о многочисленных проблемах, к числу которых относится плесень в нескольких комнатах. Джозеф Д'Онофрио и Д'Онофрио Кан отрицают обвинения бывшей клиентки и настаивают на том, что Фокс пострадала из-за собственной халатности и одобрила или подтвердила действия и бездействия, против которых она сейчас выступает в суде. Как стало известно, 4 сентября фирма обратилась в суд с требованием закрыть дело.